Украинский капитан загадочно исчез с судна у берегов Италии. Одессит Юрий Харитонов пропал примерно 19-20 октября. Португальский контейнеровоз, которым руководил Юрий, как раз подходил в порт Генуи. Утром команда заметила, что капитана с ними нет. Сейчас судно арестовано, а полиция ведет расследование. Между 19 и 20 октября с контейнеровоза пропал украинский капитан, 54-летний. В настоящий момент судно находится в Генуе. Экипаж сотрудничает с местными властями, идет расследование. По данным итальянской прессы, полиция обнаружила следы крови на двух доках и углах корабля. Есть двое подозреваемых – украинские члены экипажа.